коллеги. Меня зовут Владимир Дворницын, я директор челябинского филиала компании «Балтийский лизинг». Сегодня приехал с таким торжественным визитом в компанию ЗЗБО в город Златоуст, чтобы поздравить их с победой в номинации «Перспектива» нашей ежегодной премии «Дело года». Нам очень приятно, что наши уральские компании участвуют из года в год в нашей премии и добиваются результатов. И нам приятно всегда осознавать, что их бизнес при помощи нас растет, развивается. Я сегодня посмотрел все производство, которое было, цеха, оборудование, пообщались с людьми, с персоналом, с непосредственными рабочими, которые работают на предприятии. И хочется отметить высокотехнологичный вообще завод, само предприятие, которое, наверное, точно не уступает, а может быть в некоторых каких-то вещах уже даже и превосходит и другие российские, может даже европейские производства, потому что видно, насколько экологично и с любовью к своему делу относятся все сотрудники, рабочие, все, кто сидят в офисах, в отделах продаж, непосредственно занимаются там работой с металлом. Хотел бы пожелать компании ЗЗБО дальнейшего развития, видим их планы и перспективы по новым направлениям, по новым цехам, новым регионам присутствия, новым проектам. И хотим пожелать им удачи, успеха во всем. И также хотим сказать, что компания «Балтийский лизинг», в свою очередь, всегда готова прийти на помощь в части реализации этих новых проектов, как в части оборудования, так и в части транспорта, легкового, грузового, коммерческого транспорта. То есть все, что необходимо для развития производства, производственных площадок, вообще развития бизнеса, мы будем готовы помочь. И будем рады видеть компанию ЗЗБО в числе постоянных участников нашей премии «Дело года» в других номинациях. Всем спасибо. Байкина Юлия, заместитель директора филиала челябинского «Балтийского лизинга». Со своей стороны хочу выразить лично Дмитрию Валерьевичу свое восхищение, свое уважение, свою гордость за такого человека, который смог организовать такое замечательное производство. Нам теперь совершенно не стыдно, не обидно за Россию. Мы уезжаем с этим чувством. Теперь мы будем для вас делать не только все возможное, но и невозможное. Прошу звонить, писать. Я всегда с вами 24 часа в сутки.